Еще 20 миллиардов тенге вложат в строительство ЛРТ в столице. По какому принципу будут выделять деньги, в кулуарах Мажилиса рассказал премьер-министр. По его словам, проект оптимизировали. По мере того, как эти деньги будут осваиваться, мы будем смотреть на их эффективность, их освоение, на достижение тех целей, задач, которые стоят в рамках этого проекта. И после этого будем поэтапно выделять дополнительные средства с тем, чтобы завершить этот проект в том объеме, в котором мы запланировали.